Усолье Строгановское – это не просто точка на карте. Это место, соединившее культуру и промышленность, прошлое и будущее. Здесь регулярно проводятся семинары, праздники, фестивали, спортивные состязания. Сюда приезжают туристы со всей страны. И теперь у этой уникальной территории появился свой фирменный стиль. В музее прошла презентация. Усолье Строгановское – это и архитектурная ценность, и историческая, и духовная, и культурная. Бренд «Усолье Строгановское» невозможен без таких элементов, как его визуализация. Это создание фирменного стиля и, как его основной части, это логотипа. Финансовую поддержку работы по брендированию оказала корпорация. Перед разработчиками поставили задачу создать фирменный стиль не просто отдельного музея, а целой территории, имеющей богатые культурные и исторические традиции. По словам дизайнеров, идея пришла неожиданно. Собрались в очередной раз и смотрели на карту, смотрели на все на это, поднимали все еще раз материалы. И вдруг вот поняли, нас осенило, мы поняли, что вот само место, сам рельеф местности – так, смотрим, так вот это же и есть буква «У». Одна из особенностей и изюминок архитектурного ансамбля «Усолье Строгановское» в том, что он расположен на острове. Речная излучина в виде буквы «У» стала основой логотипа, а надпись символично расположилась на месте моста, соединяющего остров с остальной частью Усолья. Единый символ для самых различных носителей. Мы сможем его увидеть на афишах и листовках, указателях и навигации, видео и интернет-рекламе, на различной сувенирной продукции. Первые образцы в фирменном стиле получили в подарок его создатели. На долгую память о посещении этого удивительного места.